Старейшему вузу Казахстана исполнилось 90 лет. Преподаватели и студенты Западно-Казахстанского университета Махамбета Утемисова собрались в Доме культуры «Атамекен» на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию вуза. Праздник начался с выставки достижений университета. Ученые познакомили присутствующих гостей с научными разработками и проектами. В настоящее время в вузе работают 17 докторов наук, 131 кандидат наук, 10 докторов философии и 159 магистров. Одним из тех, кто связал свою жизнь с университетом, является Мурат Сдыков. Профессор более 30 лет вовлекает студентов в познание истории. Сейчас наш университет – это уже сложившееся учебное заведение. Я люблю это университет, это моя альма-матер. Я прошел путь здесь от студента до ректора. И знаю его, люблю. И сейчас с удовольствием хочу всем нашим коллегам, всем выпускникам, всем преподавателям и нынешним студентам пожелать здоровья, всего самого хорошего. Университет является одним из первых высших учебных заведений Западного Казахстана. Был основан в 1932 году. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев искренне поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов с юбилеем. Также он отметил, что молодые люди могут гордиться многолетней историей своего университета. Это благородное наследие, оставленное нам великими корифеями, выдающимися личностями казахстанской науки, такими как доктор биологических наук, профессор Всеволод Иванов, ученый-математик Асан Тайманов, доктор филологических наук Маджан Хивжанов и многие другие ваши учителя. Мир освещается солнцем, а человек – знанием. Желаю, чтобы наша молодежь последовала бы за педагогами старшего поколения и приносили пользу нашей стране. На праздничном мероприятии были вручены почетные грамоты и путевки в оздоровительные санатории. В качестве подарка ко дню рождения вуза творческие коллективы университета устроили праздничный концерт.